Есть такое выражение «кататься как сыр в масле». Я его использую частенько. Вот. И мы в свое время тоже катались как сыр в масле. Потом наступили времена другие. И сейчас как сыр в масле катаются те, кто меняет масло. Причем самое интересное, что как в свое время, как грибы, разрастались ларьки, которые продавали алкоголь, в то время еще нормальный. Вот сейчас в том же количестве увеличиваются сервисы по экспресс-замене масла. Но вот дело в том, что есть те конторы, с которыми просто приятно работать. А есть те, ну, вы знаете, про них лучше молча, как говорится, как про мокойников. Так вот, будущее, кстати, вот за такими, которые располагаются в стратегически важных местах города. Согласитесь, никуда ехать не надо, никакой пробки здесь вот на пересечении Галиуллина с советской армией. Да, вот, тут нету. Приезжайте, меняйте масло. Но сегодня мы заехали за новинками. А что насчет промывки инжектора? Ну а почему нет? Промыть инжектор, заменить масло в гидроусилителе, поменять свечи, провести плановое ТО, отгрызть клиентов у конкурентов из центра города. Да легко. Цены на все нет, не ниже плинтуса, но меньше, чем вы потратите ежедневно в продуктовом магазине. Это я по работе говорю. Про масла и т.д. и т.п. Работая такими объемами, можно двигать всех, кто льет эксклюзив. Естественно, с непропиаренными по цене оттягаться сложно, но настоящий, неразбодяжный, хороший, но минералкой топовый сегмент масел льется абсолютно честно. Вот решил масло поменять. Не очень было. Ну, видел давно, что тут меняют масло. Ну и, в принципе, по пути удобно. Что с работы едешь, что на работу. Удобное расположение. Ну, вот, заехал, цены нормально мне устроило замену. Ну, и так вот. То есть удобно просто, да? Да, очень удобно. По пути и перекрестков, и проехать можно, что в новые квартала, что в обратную сторону. Развязка рядом. Здорово просто, удобно. Просто удобно. Нет, конечно, да и глупо было бы строить сервис на десятки машиномест. Потому как главное все-таки ручки. Но вот свое дело этот, расположенный на пересечении советской Галиуллиной и советской армии, делает. Вы что, постоянно в развитии находитесь? Казалось бы, просто можно было менять масло. Да, конечно, то есть мы всегда совершенствуемся, то есть человек склонен, да, к самосовершенствованию. Мы расширяем сейчас на данный момент комплекс наших услуг. То есть сейчас у нас появились дополнительные услуги, не те, которые только включены у нас в перечень работ, да. То есть одна из основных услуг, которую мы сейчас предлагаем, это промывка системы инжектора. Достаточно недорого, но очень эффективно, особенно сейчас в наши зимние морозы при запуске. То есть промываются форсунки, промывается система инжектора. Услуга стоит буквально 600 рублей за работу. Вот эти дивные морозы, и тот момент случался, что машины просто не заводились. Вы их заводили здесь? Да, конечно, к нам достаточно много привозили автомобилей на галстуке, как говорится, да, с которыми не запускали. Здесь мы их реанимировали. У нас появилась, опять же, еще одна новая услуга, это зарядка аккумулятора. Стоит буквально 100 рублей, аккумулятор подзаряжаем, автомобиль реанимируем, тут же, опять же, происходит замена масла, если это необходимо. То есть, как бы, автомобиль приводим в жизнь. А свечки? Естественно, да, то есть у нас есть достаточно большой ассортимент по свечам, и плюс мы сейчас расширили свой ассортимент, именно что касается товара. Дополнительно завезли колодки, тормозные колодки на автомобили различных марок. В принципе, на все основные иномарки у нас сейчас колодки есть. Hyundai Accent, Deo, Nexia, то есть Espera, Matiz, то есть, ну, в принципе, на все основные модели. Ну, естественно, раз сюда приезжают люди, которые являются автолюбителями, автолюбитель должен дарить своему автомобилю подарки. Да, что касается подарков, сейчас такая тенденция у людей, которые к нам заезжают. То есть при каждой замене масла люди меняют, как правило, и ароматизатор в автомобиле. Мелочь, но всегда приятно. У нас в продаже также есть те же самые ароматизаторы для вашего любимого автомобиля. Плюс ко всему мы предлагаем, как раз сейчас зима, то есть щетки для снега, щетки стеклоочистителя, как раз самые, то есть ходовые товары, которые сейчас необходимы. То есть долой ларьки, которые продают некачественные, и фуфлыжное пиво, ставим ваши пункты по замене масла
И получается, что каждый автомобиль, ну, получает удовольствие. Да, все верно. Теперь про то, чего не делает никто из экспрессников. Это продажа комплектующих, и не китайских. Хотя я, честно, перед Китаем снимаю шляпу. А вот дворник у вас отвалился. Что делаем? А вот фильтра хочу, фрамовские или фильтрон. Вонючку свежую хочу в машину, свечи фирмовые поставить. Щетка, в конце концов, снегопад нужна. И по всему этому меня шторкает часов в 10 вечера. И куда? Ну, сюда, естественно. А теперь самое приятное. В тот самый момент, когда, ну, те самые хорошие, продвинутые станции уже подзакрылись, ну, в смысле, прекратили работу, в смысле того, что рабочий день закончился, а вам необходимо масло поменять, то вот эти все пункты экспресс-замены масла, они работают до 24 часов. То есть вот для меня, допустим, человека, который в основном живет ночью, это очень удобно. А для вас?